Беларусь готова обеспечивать представителям зарубежных стран благоприятные условия для реализации конструктивных идей и предложений. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств. Во Дворце независимости собрались 12 представителей стран Европы, Азии и Африки. Этот год знаменателен тем, что в Минске пройдет сессия парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По словам главы государства, в Беларуси появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы. События для нашей страны, да и для всей Европы, важные и весьма ответственные. На сессии планируется обсудить вопросы укрепления взаимного доверия и сотрудничества в регионе ОБСЕ. Принимая высокий форум, Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств. В настоящее время Беларусь председательствует Центральной европейской инициативе. Благодаря этому у нас появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы. Не случайно титульной темой белорусского председательства избрано продвижение совместимости большой Европе. Согласитесь, в контексте нынешней нестабильной обстановки и беспрецедентных вызовов она имеет особое значение. Этот год для белорусской дипломатии особенный. Большинство дипотношений Беларусь установила 25 лет назад. И эти четверть века – серьезный фундамент и для политики, и для экономики. Президент Беларуси пожелал послам успехом в выполнении высокой дипломатической миссии, а также интересной и плодотворной работы на благо государств и народов.